модницы. Сегодня у нас люкс распаковка. И сегодня я хочу вам рассказать о моем поистине удачном приобретении. Это оригинальные туфли от Donna Karan. Я думаю, что на сегодняшний день уже все слышали о таком бренде, как Donna Karan. И хочу с вами поделиться своей радостью, потому что у меня получилось купить за очень-очень хорошую цену люксовые босоножки. Они просто офигенные, полностью кожа, внутри и снаружи, отделка под змеиную кожу, а у них легкий зеленоватый цвет. Каблук очень устойчивый, несмотря на то, что он вроде бы и тоненький, но он очень устойчивый, поверьте, это тому, кто совершенно не ходит на каблуках и в принципе даже не имеет. Но они мне так понравились, что я просто в них влюбилась. И тем более, боже мой, цена. В общем, то, что сыграло самую важную роль, это, конечно, была цена. На сайте было представлено очень много размеров, но я успела только купить один размер. К сожалению, он не мой. Это размер 38, который идет на ножку 34,5. Хотя здесь указано, что это 39, но он маломерит на один размер. Просто моя совесть не позволила вернуть их обратно, поэтому я решила их оставить себе. И я выставлю их на продажу. И, конечно же, цена будет гораздо ниже, чем вы сможете найти на сайтах украинских. Потому что, прежде чем их купить, я, конечно же, лазила в интернете, смотрела цену. Средняя цена, которую вы можете найти на просторах украинских интернет-магазинов, колеблется от 2,5 до 4,5 тысяч гривен. Это средняя цена. Вы можете найти, конечно, и дороже. Я их выставлю гораздо ниже. Учтите, что это 100% оригинал, полностью кожа. И они просто офигенные. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю распаковочку. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк или дизлайк. Пишите в комментариях, что вам нравится или не нравится. И до следующих распаковочек. Пока-пока!